Всем привет! Я приглашаю вас в Омск, в дальний боут-центр, как я его называю. Есть повод. Приехала Рита из Казахстана. Мы решили показать ей красивые витрины в боут-центре. Мы — это девочки из чата. Ну и посмотрим сами. Тоже есть красивого, необычного в боу-центре, в котором я не была уже, наверное, месяца два. На переднем плане красотки, котлеи. Пышные кусты, очень красивые, крупные цветы. Стоят башмачки. Американский гибрид, и уже видно, что отцветают. Этот еще более-менее, а этот уже не блестит. Свежий завоз биглипов. Эти приехали только в пятницу. Боу-центр славится биглипами. Смотрите, какая расцветка интересная. Красивый такой, яркий. Он и не мелкий, и не крупный. Отличный красавчик. А вот тут у нас Лариса увидела две губы. До сих пор стоит Амстердам. Их привозили давно. Уже по цветам видно, отцветает. Красотка Тарина. Очень красивая на дуге. Скрапина. Мельтонии, зигопеталумы. Витрина интересная, очень интересная. Я обожаю ездить в боу-центр. На левом берегу, конечно, проторенная дорожка, но сегодня очень хотелось увидеться с Ритой. Поехали мы все на правый. Смотрите, еще один цветонос. Стала снимать Мельтонии и передумала. Побывать в другом боу-центре и не снять мой любимый фонтанчик. Так не бывает. И сегодня я принесла два зигопеталума. Посмотрите, какой необычный. Он прям зеленый. Юбочка, край совсем белый. Они даже по бульбам все отличаются. Смотрите, какая толстенькая бульбочка маленькая. Ну и красавчик Ред. Он, кстати, гораздо крупней. Видите, насколько? Он ароматный. Мы все его уже понюхали. Я
Спасибо. Здесь ветерок дует. Красавчики. Обожаю зигапиталама. Бутончик только-только открывается. Но продолжим смотреть витрину. Это на дуге. Коты. Девочки, девочки. Мне тоже хотелось поучаствовать с ними, пообщаться. Но обзоры я снимаю с превеликим удовольствием. Обожаю это делать. Итак, красавчики коты. Свеженький завоз, амичи. Бау-центр на десятилетие. Посмотрите, какие красавчики. Бутоны, ответвления. Крупный цветочек, видите какой? Коты в Омске теперь не диковинка, но обожаю. Вижу витрину с котами, улыбка на лице. Давно не было Бомонт у нас, прям давно. Если честно, первая была мысль купить. У меня его дома нет и очень хочется. У Бомонта краб, а у Ченгду краба нет. И Ченгду немножко посветлее, как-то в обзорах их сравнивала. Тут тоже краб. Их прям 3 или 4 штуки. Аладдин. Много биглипов. Биглипов много, и есть биглипы на уценке. Африканский закат. Очень красивая орхидея, но снимать сложно. Начинаешь приближать, цвет меняется, совсем не такой становится. Эта красотка держит меня на расстоянии. Видите, отодвигаешь подальше камеру и цвет. Насыщенный, такой, как есть. Я видела, что Лена носит вот такую клипсу.
решила вам ее показать. Ценник уронила. Все время говорю, мне прям не хватает одной руки, когда снимаю видео. Их, видите, много. Они прям в форме цветочка фаленопсиса, биглипа. Красивые. Вот кто-то, видите, сколько повешал их. Но кажется, губа по форме биглипа. На телевизоре потом рассмотрю. Интересные. Высокий микс. Это опять биглипы. Бау-центр становится центром биглипов. Видите, какое разнообразие. К сожалению, микс стоит на тролле. Он в упаковке. Вот Маунтион вижу. Орхидея от GMP. Это Альбуфейра или Пискара. Я не доставала. Не читала название. Жаль, что на тролли. Все-таки, когда они без упаковки, можно все поснимать. Именно на правом берегу Бау-центр грешит этим. Часто вот так, видите, ни прохода нет, ничего. Стоят тролли с невыставленными орхидеями. До камбри мне не дотянуться из-за тролля. Коровка. Коровки привезли больше 2 месяцев, мне кажется, уже назад. Они выгорели, цветы держат. Замечательная орхидея. К концу моего обзора Катлея осталась одна. Она плавно перекочевала в тележку. Это уже мы на кассах. Рита тоже приехала в Бау-центр и нашла себе красавицу. Вот этот дендрофаленопсис поедет жить в Казахстан. Его забирает Рита. Красотка Катлея будет жить у Лены. И вот такой грунт профи тоже Рита себе взяла. Я его обожаю, этот грунт.
В общем, вот такая замечательная встреча, обзор сегодня получился. Ну а с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.